Ой, как прекрасно лечь в постельку мягкую, вымазь. Сейчас посплю. Не могла спать в самолете вообще, как истукан сидела. Самолеты полные. Из Сочи был самолет, я думала, он пустой будет. Но потом опоздавшие люди набежали, все заняли. Полный самолет был. Ой, все, спать сейчас буду. Так, пришла Юля. Сейчас, подождите, подождите. Накрыла стол для меня. Вот эта икра, мама все хвалит. Говорит, лучшую икру в мире она ела только у Юли. Так в мяре я даже ем. А, да ты что? Он и то не вообще. Ну вот все время же ты показываешь, как ты ее делаешь. Только какую-то, и он что-то ел в духовку. Только эту икру. Сейчас. Больше я ничего особо не... Салат с печенью, кстати, очень вкусный. Слушай, сыр такие вроде, ножи хорошие, сыр так режется у меня. Да, попробуем. Наш российский сыр едим. Да. Так, все, я в зимнем варианте. Пошли к маме. Я отлично поспала. Прямо, знаете, себя человеком стала чувствовать. Ну, долго спала, наверное, часов 10. Снежок как поскрипывает хорошо. Повернуть там ничего. А она потом и переверну. А, я так никогда не переверну. Да, а я переворачиваю, и все. Пришли к маме в гости вечерочком. Магнит вот не сюда надо. А, в Пятерочку мне надо зайти. Это печенье-то посмотреть, которое мне понравилось. Вот я дошла, так мне жарище, жарко, а все замерзли. Так. Вы знаете, второй день в России и ничего понять не могу. Думаю, что у меня с Инстаграмом, почему у меня ленты нету? Грузится, грузится. Ничего понять не могу. Думаю, что-то у меня... Вот видите, вот так вот висит. Думаю, что за ерунда. А потом вспомнила, Инстаграм-то ведь не грузится в России. Проблема. И смотрите, как интересно. У меня на Ютубе... Во-первых, я приехала, меня заставил менять пароль. Потом двойную защиту установить меня заставил. Не давал войти. И представляете, у меня вот здесь аватарка всегда. Я в шляпе, в красной. И у меня пустая аватарка, у меня даже ее вообще не видно. Я ее нахожу с трудом, вот так вот мышкой тут бегаю, раз смотрю, отжалась. И мне Света говорит, что в России вообще аватарок вот этих нету, они не высвечиваются. Я вообще удивилась, конечно. Инстаграм вообще ничего смотреть не могу. Я только не понимаю, как его ведут блогеры-то, как они загружают на него все. Посмотрите, у меня он вообще не работает. Друзья, я опять ищу серьги Сваровски. Вы представляете, я их опять потеряла. Я точно помню, что я их положила вот сюда, сейчас краситься стала. И их нету. Я точно помню, что я сюда положила. Где они у меня выпали? Нигде найти не могу. О, вот они. Надо же, в мешочек положила. Слава Богу! Друзья, вышла первый день. Светлое время суток, наслаждаюсь холодом. Я так устала от жары. Ой, ну вот что, как они будут разъезжаться? Все узко, запарковано даже днем. О, балдею, просто балдею. Надо очки одевать, солнышко такое зимнее, когда на снег падает, то слепит. Вчера Юля везла нас, профессионал. По такому снегу в какие-то закоулки заезжала, на снегу поворачивала. Это вообще, когда отвыкаешь, я восхищаюсь, кто водит вот в таких регионах машины. Это вообще... Посмотрите, какая красота здесь. Что-то написано. Все с нашими цветами. О, вот видите, как классно сделали. Вы знаете, в шубах вообще уже никто не ходит. Я как с 90-х одна в шубейке хожу. Люди пуховики носят, куртки зимние. Дубленочки такие, а я в шубе. Прохожу наш офис. Сегодня уже туда я не успею пойти. Завтра там пойду наводить шухер.
буду все распродавать, все, что есть. С Нового года буду по другой схеме работать. Так что завтра будет шухер. Распродажа модной брендовой одежды. Кожаные куртки, дубленки, косухи, плащи, пуховики. Иду качество посмотрю. Все в шариках украсили. Тут раньше было красное-белое. Сейчас видеомагазинчик сделали, одежды. Сейчас посмотрю. Вот сказали, брендовая одежда 50% прямо проходить только один день. Так, сейчас посмотрим. Вот парка такая. Здравствуйте. А где цены у вас? Да, они у нас спрятаны, получается, но не на всех ездят. У вас получается осенние-весенние. Так, я сейчас посмотрю, что меня интересует. Так, вот такая курточка. А я хочу дочери показать. Слушайте, реально хотела купить куртку. Начала смотреть, они сказали, а вы что снимаете? Я говорю, ну можно я дочери покажу, например, снимаю. Что, все куртки сразу? Я пошла, развернулась и ушла. Я реально хотела купить такая вот эта красная, которую показала. Она ничего такая. Цены куда-то спрятали, не говорят, я спросила. Как неприятно вообще. Блин, реально, иду себя успокаиваю. Реально хотела купить и вам показать. Вот такие неплохие вещи там были, я не успела показать. Буду вот себя утешать вот такими вапами красивыми. Вот эти яблочки мятные. Ну-ка, сейчас съем. Они уже мятные или нет? Нет, еще не мятные, твердые. Блин, вообще. Чего такого-то, что я сняла? Слушайте, это вообще... Видимо, вещи дерьмо, раз не дали снять. Смотрите, какая церковь у нас тут красивая. Вот железные пути. Мы вот тут жили, вот тут, на Советской, на Солнечной улице. Прямо на составы выходил. Прямо на состав выходили окна у нас. Интересно, кто-то ходит в эту церковь, нет? Друзья, боюсь снимать уже. Вот пепси-кола есть. Все есть. Липтон, чай. Пить хочу. Не знаю, что купить. Мамину дачу сейчас куплю. Ну, бутылка стеклянная, ну-ка. Тяжелая. Так, пасту хочу купить. Даже не знаю какую. Видите, сапожник без сапог я привезла, но у меня там немножко осталось в тюбике. Это что ли попробовать? 200 рублей. Вот здесь вот такие. Видите, крес нету продукции. А крес нету нигде. У меня с ногтем случилась беда. Я вот так вот открывала бутылку воды, и у меня ноготь вот так вот загнулся и отошел от ногтя гель-вак. Ой, как мне больно, я как задену этот ноготь, и вы знаете, орать охота. Сейчас вам покажу. Ой, не для слабонервных. Вот так вот он у меня, представляете, отошел, и как у меня вот так загибается. Ой! Как больно. Обо что-нибудь задену, и он у меня вот так вот поднимается. Сейчас пойду. 1800 стоит маникюр. Это $30 здесь у нас в Екатеринбурге. Так вот хожу с изолентой. С пластырем вот так вот хожу. Вышла с маникюра. 2 часа делала. Как вам? $30. Это шикарно. Вот этот ноготь-то сломанный. Ужас. Как мне больно было все. Мне, представляете, нарастили его. И вот сразу же не больно, красивый. Ой, шикарно. Это у нас и сеть, река.
Вот такая красота стоит. Что-то этот недостроенный, по-моему. Вон там тоже недостроенный. Вот это что зияет? Это Высоцкий у нас. Очень красиво. Очень.